Здравствуйте, коллеги. World Food Moscow вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Александр Тормасесов. Я являюсь генеральным директором компании ООО «Yummy Foods». Расскажите, чем занимается ваша компания? Мы занимаемся производством натуральных продуктов без сахара. Основные наши продукты – это джемы без сахара натуральным составом и соки без сахара. Замечательно. Расскажите, где ваше производство базируется? Мы находимся в Москве. Производство, склад у нас все в Москве. Соответственно, занимаемся поставками по странам СНГ и России. Замечательно. Расскажите, сырье какое-то местное или откуда-то привозится? Сырье – это достаточно важный у нас вопрос, потому что вкус фруктовых продуктов зависит непосредственно от самих фруктов. Как правило, эта закупка идет из Европы. Вот, такие страны, как Сербия, Черногория, они в этом лидеры и по вкусовым, и по качественным ингредиентам. Расскажите, пожалуйста, вы представлены на нашей выставке на стенде. Может быть, если он есть, то мы давайте всех срочно всем расскажем, где он находится, чтобы все могли прийти и попробовать ваш продукт. Да, у нас как раз стенд находится в 15-м павильоне. У нас там проходит дегустация, всех ждем. Все попробуйте вживую, увидите, и наши коллеги расскажут вам про преимущества продуктов. Спасибо большое, мы пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что огромное количество ваших бизнес-партнеров найдут вас именно здесь. Спасибо большое, всего доброго.